Короче, ребят, наш пассажир полностью спалился. Я вчера первый это заметил у них в сторисе с Сашкой Кардо. Это подхватили многочисленные паблики по ПММА, там по всем телеграм-каналам, короче, это гуляет. Ну и теперь мы слышим эти нелепые оправдания. Ну вы вообще можете себе представить, что человек одевает гипс, когда захочет, снимает. Ну такая нелепая вообще бредятина. Барашек! Ты спалился, все, мы знаем, кто ты и что ты. Отдай брату гипс и не позорься больше. Я постепенно разрабатываю руку. И также отхожу там, где мне гипс нужен. Что тут такого? Я пару часов в день снимаю гипс. Я еще этой рукой не могу тренироваться. А там говорят, чтобы меня не трогали, не били, я поэтому с гипсом перешел на конференцию. А кто хочет меня бить, скажите? А? Эту машину кто хочет бить? Я любому там одно место порву. Так что успокойтесь уже. На ноге башка будет перемотанная. Только чтобы тебе там не надавали чапалах. А? Эту машину кто хочет бить? Я любому там одно место порву. Какая ты машина? Ты просто барашек бритый. Ты как тёлочка бреешься.